Универсальная спортивная площадка с тренажерами, новое резиновое покрытие и туалет, на который был особый запрос от граждан. В Владивостоке завершились работы по благоустройству территории у озера Чан. В рамках проекта «Твой проект» данная территория стала победителем в 2022 году, набрала более 1500 голосов горожан. Был заключен муниципальный контракт на благоустройство, однако подрядчик оказался недобросовестным, бросил работы. Однако мы понимаем социальную ответственность и запрос горожан на благоустройство этой территории, продолжили работы своими силами. Отметим, что работы были сделаны в рекордно короткие сроки, всего за 2 месяца. Была своими силами обустроена спортивная площадка с резиновым покрытием, установлены тренажеры, сделана отсыпка, обрезка деревьев, установлен хороший туалет. Спортивная дорожка на озере Чан – одна из точек притяжения спортсменов и любителей активного образа жизни. Сотни горожан приходят сюда заниматься спортом, отдыхать и ловить рыбу. Площадку сделали. Все красиво, все хорошо. А главное, сделали туалет, потому что его здесь не было 30 лет. Спасибо администрации, конечно, да, и лично мэра, вот, что то, что мы задумали год назад, это все сделано. Отметим, что конкурс «Твой проект» проводится по принципу инициативного бюджетирования. Граждане лично выбирают, на что следует направить средства из бюджета. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на Восьмом.